Qué cosa. Günün ətrafında yığışmışıq və üçüncü dəfədir ki, bizə bu sizin kimi gözəl insanlarla tanışlığı Zeytun Bağlarının baş sponsorluğu ilə bizə bu şərəfə nail olmuşuq. Zeytun Bağlarını alqışlayaq. Baş sponsorumuzdur. Və təbii ki, əgər biz sağlamlıqdan özümüzə qiymət verməkdən, özümüzə dəyər verməkdən danışırıqsa, ki biz bu haqda danışacağıq, mütləq Auranı da xatırlamalıyıq, hə? Çünki Aura da sponsorumuzdur, onları da alqışlayaq. Sizi də görürəm, alqışlayır hamı, təşəkkür edirəm. Və Vegan, ümumiyyətlə, bu nə deməkdir, biz nəyə görə bugün buradayıq? Bunun hamısının bir səbəbkarı var. Səbəbkar yanındadır indi Konstantin. Amma Konstantin təqdim eləməmişdən əvvəl mən çox istəyirəm ki, mənim çoxdankı dostlarım və çox gözəl insan olan Nigarın da adını çəkib, Betikard House və Homerang Label olan da adını çəkməliyəm. Çünki məhz Nigara görə mən ümumiyyətlə vegan nədir, onunla tanış olmuşam. Və Konstantin Stalero bu günləri bizə masterclass keçəcək. Mən başa düşürəm ki, çox çətin bir işin öhdəsinə getirəni xanım, biz sizi artıq alqışladıq, Zeytun Bağlarını artıq alqışladıq, siz indi gəldiniz. Təşəkkür edirik sizə. Və Konstantin üzərində doğrudan çox çətin bir işi düşüb, sizcə bu nədir? Yəni, Azərbaycanlılara, bizə, biz nədən zövq alırıq? Yəni, bu aşıq üstünə o yağı tökürük, o üstünə yağ tökdü, yanında aşk arası, mütləq orada hər şey olmalıdır. Və aşk arası da bir cürdür, sağ olsun, mətbəximiz bütün imkanları verib, bəlkə də 100 cürdür. Amma Konstantin deyir ki, bax, bu cavan, yaraşıqlı oğlan deyir ki, mən sizə başqa yeməklər də öyrədəcəm. Yəni, öz öhdəsinə götürüb bunu, biz də ona inanırıq. Görək, bizə bugün nə dərslər keçəcək, nə masterclass keçəcək. Konstantin, solucu tabur. Alqışlayan qonağımızı. Слышно меня? Слышно? Нет. Так, значит, сейчас, секундочку. Зажег его? Да, зажег. Да? О, супер. Всем привет! Всем привет! Вот очень рад видеть вас снова. И мы в очередной раз начинаем учиться веганской кулинарии, учиться готовить растительную еду. Напомню, меня зовут Столяров Константин, я веганский шеф-повар, разрабатываю меню, консультирую по питанию, чисткам, переходу, и также в моих интересах сыроедическая кухня. И я очень рад вас видеть, с каждым разом вас все больше своим телом, сознанием, душой, и это очень круто. И сегодня я так хочу построить мастер-класс. Мы сейчас быстро все приготовим и в конце будем общаться с вами на различные темы, буду слышать от вас вопросы. И всех еще раз хочу поздравить с приходом весны, это долгожданная пора. И все расцветает, все заряжается энергией. И мы также с вами будем сейчас учиться заряжаться полезной едой, растениями и не причиняя никому при этом вреда, ни одному живому существу. Что сегодня у нас в меню? В меню у нас мы будем учиться делать гранолу. Гранола – это полезный завтрак. Его можно делать из зеленой гречки, из овсянки, давайте я становлюсь из зеленой гречки, овсянка. У нас будет овсянка. Каждый дома сможет себе сделать полезную гранолу и утром пить его с молоком растительным, миндальным, кокосовым. Молоко мы пробовали в прошлый раз на мастер-классе. Еще мы будем делать чиа-мусс из синего чая. Малиновый мусс. Это все будет один десерт, он уже там стоит, вас ждет после мастер-класса. Также мы будем делать сыр чеддер из кешью. И потом я покажу вариант салата из него. В общем, начнем мы с
с Чиа Муса, потому что ему нужно дать постоять какое-то время, около получаса. Для этого я буду использовать голубой чай или синий чай. Я его привез из Таиланда, но у вас нашел в арабской лавке. Очень интересный чай. С молоком можно пить, можно пить с лемонграссом на воде. Он чуть-чуть густой и дает очень красивый синий-голубой оттенок, смотря сколько кините. Можно использовать как натуральный краситель и просто пить для здоровья. Итак, мы берем сотейник. Использовать я буду кокосовое молоко. Его можно делать самостоятельно из мякоти кокоса или из кокосовой стружки, предварительно замоченной. А я взял уже готовое. Где-то 100 мл мне будет достаточно. И бросаю чай, и потом вам покажу в прозрачном боксе, что получился, какой цвет. Бросаю немного тростникового сахара. Тростниковый сахар со стевией, у вас я нашел такой. Можно использовать сиропы, можно использовать мед, если вы кушаете. Я выбрал тростниковый сахар как оптимальный вариант, средний такой. Все, ставлю на огонь, сахар растворится, чай заварится. Теперь мы будем, будем делать гранолу. Гранола – это как овсяные хлопья или такие… Все помнят, да? Вот я в детстве всегда покупал кукурузные хлопья и пил их с молоком. Вот это более полезный вариант. Мы его будем делать на овсянке, которая варится минимум 10 минут. Всем вам советую покупать овсянку долгого варенья. Минут 20 даже она варится, а то и 30. Уже очень мало клетчат. Берем эту овсянку и половину оставляем цельно. Тут где-то на 250 грамм овсянки. Кто записывает рецепты, я скажу про порции. 250 грамм овсяночки, и мы ее перемалываем. Можно всю перемолоть, тогда у вас будет вообще такое, как овсяное печенье. Из этой же гранолы можно формировать овсяное печенье. И также будет очень... Так, можно перемешать. Теперь берем цельную овсяночку, пересыпаем. Молотую. И для того, чтобы нам сделать мягче наш овес для гранолы, мы опять же используем растительное молоко. На 250 грамм нам нужно примерно 100 грамм растительного молока. И где-то 70 грамм сахара. Это такой, знаете, умеренная сладость. Я не очень люблю сладкие сладости. И у меня вот сейчас, когда в Кире заказывают разработку меню для разных детокс-программ, для веганской, сыроедческой кухни, то все просят сладости не сладкие. То есть, чтобы это была сладость, но с умеренной сладостью, чтобы происходил вот этот, знаете, гликемический индекс у сахара, самое опасное. То есть то, что он дает много энергии сразу, а потом также быстро ее забирают. Поэтому нужно со сладеньким плавом. Я добавил сахар, можно добавить ваниль. Еще я сюда добавлю, я добавлю горячее зейтун баглари масло, где-то 30 грамм. И добавлю также кокосового масла 10 грамм. И этот поставлю на водяную баню, чтобы сахар растворился, масло растаяло. Но, ребята, нужно помнить, что мы заливаем овес не горячим. То есть я сейчас растоплю его, остужу и засыплю овес. Почему? Потому что если мы засыпем горячим, овес сварится, слипнется и не получится гранола. То есть мы должны просто ее промочить в этом молочке с сахаром. Также, смотрите, вот у нас овес есть, и мы еще добавим туда фундук. Где-то на 250, так чтобы было вкусно, 100 грамм фундука. Можно любой ваш любимый орех. Если вы хотите добавить гранолу изюм, то нужно добавлять ее уже в самом конце, потому что изюм при нагревании он раздувается и становится хрустящим и чуть горчит. Так, мы сейчас перемалываем, я проверяю наш чаек. Еще добавляем. Перемалываем. Чайная.
И вот интересно, что он есть в Таиланде, и у вас тоже я его нашел. Так, вот, да, фундук добавляем. Наше кокосовое молоко, масло, зейтун, багланя и сахар растапливается. Мы еще раз перемешаем. Так, теперь расскажи немного о семенах чиа. Это уже довольно популярный продукт. У вас есть, скажем, в супермаркете. Я уже проверил лично в этот раз. И вот они выглядят как мак. Можно перепутать с маком. Но у них есть белые такие зернышки. Это перуанская кашка, очень уже распяренная. И, на мой взгляд, очень полезный завтрак и альтернатива овсянки или утренней каши. Также можно делать муссы, как мы сегодня будем делать. Также можно делать торт мороженое, из него добавляю. Также это классный загуститель. А еще, если вы веган и вам нужны яйца или яйца для панировки, то вам достаточно будет замочить на несколько часов чиа и перелить вот в таком блендере с водой. И получается густая масса, в которую вы можете потом панировать вместо яиц с ваших блюда, там какие-то кусочки, овощи. То есть это отличная замена яиц. Или же альтернатива — это льняная мука, один к одному с водой, тоже яички получаются. Какая пропорция? Если вы замачиваете на ночь, то это 1 к 10 с водой. Если у нас сливки, то там 1 к 9. Если вот мы сейчас, надо нам быстрее, я чуть больше добавлю. А оно и так будет вкусно, просто за ночь оно разбухает максимально. И вот то, что вы будете пробовать, это с вечера я замочил. То есть, как можно сказать, вот правильно он замачивался. Еще хочу сказать вам по поводу орехов, потому что у вас очень много орешков, вы часто их кушаете, что очень важно их мыть перед использованием. Потому что вот вы сами, и кто не моет, посмотрите, помойте, сколько всего выходит из воды. Даже на третий раз, когда моешь, водичка нечистая. Почему? Потому что орешки хранятся долго, их нужно чем-то обработать, чтобы они так хранились. От разных насекомых, от мышек, от всего. Поэтому их обрабатывают. Еще очень полезно орехи замачивать. Замачивать на ночь. Тогда это как росточек. То есть орех активирует все полезные вещества, и у него появляется больше витамин. А нам для пищеварения намного лучше переваривать замоченный орех, чем сухой. И если вы кушаете сухие орехи и сухофрукты, то пейте больше воды, чтобы компенсировать в желудке и в пищеварительной системе эти все моменты. Теперь вот я вам покажу, что у нас получилось. Вот, у нас получилось красивый голубой такой напиток. Его можно пить просто так, это очень вкусно. Мы вот вчера готовили и увидели, что не только можно замачивать в нем чиа, а можно еще просто пить. Чем дольше стоит, тем темнее становится. Можно до темно-синего. Так, вот, друзья, видите? Очень красиво. То есть можно даже сделать желе с таким цветом, можно покрасить кешью торт, можно вот синий цвет, он же, ну, как правило, химическим путем. Я не использую химические красители, но очень люблю цвета разные. И у меня был когда-то в Киеве мастер-класс по цветам, и я добывал цвета черный, желтый, синий. Но синий я тогда взял сок фиолетовой капусты, добавил чуть-чуть соды, и получился синий цвет. Фиолетовая капуста с лимонным соком дает розовый цвет. То есть черный цвет – это уголь, и я вам всем советую сделать угольную соль дома. Для этого вам нужно спалить буханку хлеба или, желательно, в печи, буханку хлеба ржаного, или же древесину фруктовых деревьев. Перемолоть этот уголь и смешать с солью вашей, которую вы любите. Это будет супер детокс, и это будет очень много витаминов, и это будет запах копченого. Это будет супер. Так, сейчас, ребятки. В общем, у нас растопился уже чуть-чуть. Ну, я думаю, можем уже его остудить, сейчас масло дойдет. Так, вот тут выключаем. Это все сейчас остудится, гранолку мы зальем. И у нас осталась малина. Так, я беру малину, у вас купил мороженое. И перебиваю ее вместе в блендер.
перебиваю ее вместе с чуть-чуть кокосового молока и чуть-чуть сиропчика. Так, добавляю малину. Молоко немного. Так, и сироп. Перебиваем. Это будет кислый слой в нашем десерте. Очень важно соблюдать балансы. Почему вкусно в ресторане? Это потому что повара доводят до вкуса все. Что такое довести до вкуса? Это значит соединить соленое, сладкое, кислое в одном блюде. У нас есть 6 вкусов. А может и больше. Но эти известные: горький, сладкий, соленый, кислый, острый и вяжущий. 6 вкусов. Каждый вкус определенные процессы возбуждает в нашем организме. Поэтому, когда человек приходит в ресторан и сбалансированное кушает блюдо по всем вкусам, он получает большое удовольствие, уходит с хорошим настроением, потому что пища заряжена. Еще очень важно кушать свежую пищу и радоваться жизни. Да, еще и жить счастливо. Это наша основная цель, пребывая здесь на земле, жить счастливо и радоваться. Не обращай внимания на диету и все остальные моменты. Главное — это радоваться, чтобы вас ничего не расстраивало. Так, тут уже у нас... Посмотрите, какое получилось. Так, добавляем... Лучше регулярно перемешивать, особенно если вы делаете это утром, чтобы быстрее оно заварилось, потому что оно имеет свойство чуть-чуть слипаться. Так, я его замочу, оставлю, посмотрим, что с ним выйдет под конец. Чиа там очень много, вот если взять полезные свойства льна, то это плюс умножить в 2-3 раза, это чиа. И еще оно очень экономичное, в том плане, что 10 из 10 грамм чиа у вас получится 100 грамм готового продукта вместе с жидкостью. То есть на 100 грамм жидкости 10 грамм чиа. И получится у вас хороший завтрак. Так, у нас есть уже, это просто пересыпаем. Емкость вот сюда тоже. Так, и нашей смесью. И смотрите, я залью гранолу, даю ей настояться где-то 20 минут. Расстилаю на пергаменте ровным слоем, где-то в сантиметр. И сушу при 100 градусах. Около часа. То есть это не быстрое дело, но очень вкусное. Можете сделать сразу больше. Если у вас есть сушилка дома, дегидратор еще называется, можете высушить его в дегидраторе, это будет еще полезнее. То есть орех будет сырой, а так орех будет чуть поджарен, это фундук. Можно добавить еще чуть-чуть шоколада, это вообще будет как нутелла. В общем, гранолу я перемешал, и в итоге вам покажу, что вышло. Вот, это уже высушенная гранола, вы ее там сможете попробовать. Вот такими кусочками она слипается. Готовый полезный завтрак. Если изюм, то в конце, если лен, мак, любые семена в начале все. Все орехи, все сухое в начале, все сухофрукты в конце уже за 5 минут до того, как вы будете доставать. А то лучше кинуть просто в коробочку с этим, уже с готовой гранолой. Так, и дальше мы будем делать, то есть мы соберем этот десерт в конце, когда чиа разбухнет. Дальше мы будем делать веганские сыры. Это очень интересная тема. В прошлый раз мы делали, добывали творог из мака. Я рассказывал, что можно добывать творог из сои, творог из конопли и творог из мака. И делать такие завтраки. Но сегодня мы будем делать кешью сыр на основе замоченного кешью на ночь. И смешивать его с разными специями, добиваться сырного вкуса. Я его назвал чеддер, потому что для меня он более похож на чеддер по цвету и по вкусу. И сделаю салатик чуть-чуть в мексиканском стиле потом-после. Для этого, чтобы сделать нам сыр, нам нужны замоченные кешью, хорошо замоченные, мягенькие. Так, высыпаем, их тут получилось 180 грамм.
Далее, мы добавляем молоко растительное, можно воду. Я добавляю молоко, чтобы вкус был более насыщенный. Далее, мы добавляем копченое. То лучше смазать маслом, чтобы потом достать оливковое масло. Так, и отправляю в холодильник. А теперь достаю из холодильника, и получается вот такой вот сырок. Вот. Кусочек сделать. Вот он. Вот такой кусочек. И можно его сразу украсить паприкой, обтрясить со всех сторон. Попробуйте, он так есть. Мы сделали чипсы из лаваша с сырком и с овощами. Вы там все попробуйте. По программе мастер-класса еще дополнительный сюрприз в виде индийского сета. Так, друзья, теперь давайте соберем, посмотрим, что же там случилось с нашим чиа, если он еще надо ему постоять, то еще чуть-чуть, пока давайте сделаем, а можем прямо здесь сделать, даже не мой блендер, потому что тут все, что нам нужно для салата с сыром. Так, друзья, мы возьмем много кинзы. Я просто сделаю кинзовый простой соус а-ля песто, но не до конца песто, потому что мы его будем делать без пармезана, но с грецким орешком, чуть-чуть. Я возьму много кинзы. Много-много кинзы. Еще хотел немножко сказать вам о чистоте. И один из спонсоров мастер-класса — это салфетки Аура, и хотел сказать вам, что во время готовки очень важно соблюдать чистоту. И я вот на протяжении, тут уже пятый день работаю на кухне, и поварам тоже рассказываю, что вы сделали дело, все нужно поубрать. Зачем? Потому что это как открыть новую книгу. Это способствует улучшению вкуса, верите ли в это или нет, но я уже проверил на своем опыте, что чистая кухня, убранная перед готовкой, хорошее настроение, это способствует вкусному блюду в итоге. Я думаю, что салфетки Аура нам в этом помогают очень хорошо. Не думаю, научил ваш народ, и это очень хороший, очень вкусный рис. Только с индийскими специями и кешью. Кешью предварительно обжаренный. Там есть лимончик, не забудьте его выдавить в карри, кто любит. Там есть лавашик, там будет салат чуть-чуть другой, но очень вкусный, с маслинами и вялеными томатами. И там будет программа мастер-класса, сыр на хлебце и вот такой вот десерт. Так, ребята, а теперь я вам расскажу, что последние 5 дней мы работали, чуть-чуть уберу, минутку. Делают какие-то пьедесталы, на которые я хожу, поднимаюсь через себя, через какие-то трудности, но потом я выхожу с крыльями за спиной. Благодарю, это Венин Картхаус и Бумеран. Очень благодарю. Все, благодарю всю азербайджанскую команду, всех операторов, поваров. Спасибо. Вот, ребята, кто хочет синий чай, можете взять и возьми, взять себе по чуть-чуть.